Юля сказала, что не надо снимать. Я решила снять. Я снимаю, Юль. Эта ночь была адская. Это просто пипец. Юля сказала не снимать, но я ее снимаю. Ночь была адская. Во сколько? Наверное, где-то в 7:30. Пол восьмого, может, 8. Как градами. С той стороны общежития, как общежитие не загорелось, неизвестно. Стекла повыбивало везде. С нашей стороны вот так вот градами. С этой стороны градами. Это вообще ужас, просто ужас. Подвал спустились. Обзывается, спрашивает, то что общежитие у вас не горит? Дошли маячки, они светятся, мы видели. Ну да, мы сначала думали, ну как они могут светиться? Парень говорит, на улице нашли. Говорит, иду, что-то светится. Он поднял, потом занес в подвал, раздавил ногой его. А ну как фосфор. Он его веником, он не этот, ногой, но не растирается. Он его веником растер. Приехали, наверное, в этот танк пометили. Начинаю рассказывать, начинаю расстраиваться. Тут выбиты стекла насквозь. А у нас в комнате... Одно окно целое, в одном окне одно стекло выбито, и есть это одно стекло. А остальные все, там, в тех комнатах все повыбито. Ой, что будет этой ночью, неизвестно. Я там покажу. Смотрите, гремит. Эта машина стоит. А интересно, у маслака в дома, в доме. Надо будет, пойдем на улицу посмотрим. Смотри, заденется. Сейчас это приберу. Ну, молодец. А мы вчера таки зашли домой. И думаем, ну, наверное, уже ну, в танки ушли и все. Ну, значит, будет все нормально. Сели, только сели, стали. Ромашки сделали укол. В таблетку дали. Я не знаю. И ясно, так. Как боже день, наверное, не знаю. Все ясно. И тут... Мы вчера выползали... Как начали пить, упали на пол. Потом давай на карачках выползать. Ой, вообще, капец. Только дверь открываем, такой бах. Ну, это, наверное, стекло вот это выбило. Мы подумали, что в двери эти. Наверное, хорошо, что была эта дверь открыта, а то, наверное, дверь выбила, ну, в кухне. А все люди были там. Ну, кто-то наверху там с третьего бежал. Только ромашки сделали укол. Только он пописал. Ой, не знаю, что это прекратилось. Уже надоело все. Ну, тут только переговоры. Ну какой, ну понимаете, гибнут люди, ну пипец. Хотя... Переговаривают, это вообще, это вода, это в других городах. Это вот Леськино окна. Насквозь. Это наших соседей. Тоже насквозь.
нас окно. Наверху бачите тоже. Дальше. Нет, дальше нет. Пытаемся гулять с волчонком. Анастра, поддержи, я посмотрю возле наших окон вот эти разрывы. Ячка, ты тут лазит. Что? Волчонок какает. Какай давай, какай. Какай, маленький. Какай. Ну, Ларисочка, держи это. Не могу это держать. Это. Чего ты? Вот, пошли. Видите? Вот это колесо откинуло. Вот тут стояло колесо. И видно, оно так бахнуло, взрыв. Вот, откинуло. И по стеклу. Сейчас я подошла. Косячу. Ну, идем. Живые стояли. Украина. Страшная вчера была ночь. И вчера был день страшный. Там сюда под общежитие че 11, че 12 танков вошли. Вот. У нас теперь ни света, ни воды, ничего нет. Вот. Обстреляли двери у нас в общежитии. Вот. Машина была тут, чья оборона, не знаю, чья это машина была. Они ее танком подперли в ту другую дверь, не в эту дверь. Вот нашу дверь тут центральную обстреляли, а тут другую, так по лестнице прямо. Двери машины эту подперли. Там забор поломали. Ну, в общем, ну, понятно, да, что война есть война. Страшное, страшное дело. Вот. А ночью мы пришли, Лариса, думаем, сейчас надо сделать это. То, что, знаете, то так, чтобы чуть-чуть отлеть, а то там как-то ходишь, то там, думаю, надо же сделать укол детям. Вот. Набрали шприц, только сделали укол. 7:30, наверное, было вечера. Я вам не могу передать. Вот так вот озарило все. Таким красным, непонятным, всем цветами радуги. И так, повылетали все стекла вообще, чуть-чуть. На кухне вылетели. У нас, правда, вот это окно целое осталось. В этом окне одно стекло разбилось. Там вот все стекла повылетали. Вот так. А мы ж в комнате. Да как-то этот самый, вот так ползком, все ползком, чтобы в этот цокольный этаж. Короче, открываем двери, и тут такой взрыв была, прям. Как вот, знаете, как с заревом, как огонь. Нас обратно так бах, обратно в комнату. Мы на полу. Волчонок пытается выбежать с нами. Ой, это ужас. Это был просто ужас, это ад. Мы, в общем, в конце концов, оказалось, прилетел снаряд. Вот это у нас два больших дома, там вот маленький магазинчик. Ну, кто смотрит видео, видит. Вот. И вот это с этого снаряда, вот это такая вот фейерверки. Ой, а потом сейчас смотрим, даже в шторах вот так вот, в гардинах вот так пооставались вот эти куски такие, знаете, вот это вот, бомбежки. Все общало, вся вот так вот разрешетена. Так страшно, не могу вам передать, так страшно. Сегодня прочитали, сейчас вот чуть-чуть интернета дали, прочитали, что не договорились. Только не договорились.
Вчера сидела. Дочка, да там где-то я буду. Ну почему? Ну почему так? Ну почему? Помолитесь, это с Богом. Честно, не знаю, как будет завтра Да, новый Рот, день. который я когда-то так любила, так любила, я теперь его должна бояться. Я не знаю, не знаю, в чем моя вина, в чем. Что я сделала не так? Невозможно. Там рассказывают, где-то заблокирована дорога, заминирована. Смотрим, там кто-то уезжает. Вообще невозможно выехать. Мы же думаем, ну вот наш дитё поправится, ну вот поправится, ну вот поправится.